Каравожу Максим. Скажи, пожалуйста, что за кубок у тебя? В какой победе ты его получил? Проходил Кубок Европы в Праге, в Чехии. Кто были твои противники? Мои противники были 4 неслабых соперника. Один из Чехии, из Беларуси, из Португалии. Ну, насколько они были сильны? Как ты оцениваешь их? Соперники были достойны победы, как и я. И победа далась мне достаточно нелегко. А судьи как, не подслуживали местным спортсменам? Нет, судьи были на этом турнире адекватны. Я выражаю благодарность за помощь в поездке спонсоров UFO System, Аквоника и Hunter Лазертаг. А также огромное спасибо нашему председателю, президенту Ассоциации кикбоксинга Muay Thai Multi Belts. А также огромное спасибо президенту Ассоциации Muay Thai и кикбоксинга города Бельск Савичуку Владимиру Сергеевичу. Расскажи о себе пару слов. Где учишься, чем занимаешься, твое хобби? Учусь в школе номер 17 лицея имени Александра Сергеевича Пушкина. Мне 13 лет, спортом занимаюсь более 6 лет. А кроме спорта, что ты увлекаешься, чем еще увлекаешься? Кроме спорта, увлекался футболом, а также ходил на плавание.